Ава, народ, с вами Анастасия, мы продолжаем проходить Акимитан. Я так чувствую, что это у нас с вами будет последняя серия, так что давайте не будем затягивать и наконец-то пройдем эту долбанную игру, которую я ненавижу. Замечательно, прямо с начала серии мы с вами попали в какой-то длинный коридор. Это что это? Это длинный бесконечный коридор, поздравляю, мы попали вообще непонятно куда, в какой-нибудь там Silent Hill, и как отсюда мы теперь выберемся, я даже без понятия. Двери исчезают и появляются, исчезают и появляются. И что нам надо делать, ребят? Я надеюсь, мы не собираемся полчаса тут ходить туда-сюда. Куда бы я ни шла, все выглядит одинаково. Почему? Что? Кто это? Ты не убежишь от меня. Какое счастье? Кто там? Не зли меня больше. А? Это же та девочка! Ты все еще жива? Почему ты с ней? А? Я про Акеми. Я говорила. Она зло. Она твой враг. Но походу враг мой это ты, да? Вы с ней соперничаете? Нет. Ты ошибаешься, Акеми не зло. Акеми меня спасла. Она искала меня, чтобы помочь, несмотря на то, что я от нее убежала. Акеми не монстр. Да кому ты это объясняешь? Она тебе специально мозги пудрит. Ты! Почему ты так говоришь? Я убью тебя, ты знаешь? Что ты делаешь? Ой-ой-ой. Церберы. А, Акеми мой враг, если ты перейдешь на ее сторону. Мои малыши съедят тебя, и ты умрешь. Что ты сможешь сделать? Сдавайся. Ты смеешься? Я не умру. Или смеешь? Я не умру, Акеми спасет меня. Убить ее. Акеми, помоги! Мне бы очень не хотелось сейчас умирать, ребят. Акеми! Я не позволю тебе навредить ей. Исчезни! Акеми! Все кончено. Давай вернемся, Эбика уже в себя пришла. Правда? Офигеть. Нифига себе у нее силы. Зря мы, конечно, от нее убегали. Где ты? Иди сюда. Иди ко мне, я тебя замацаю. Ха-х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 а. Теперь пошли в комнату. Причем в нашу комнату. Эбика, ты чувствуешь себя лучше? Да, я в порядке. Что-то не так? М? Что-то случилось на собрании? Эбика, что ты скрываешь? Вообще-то это ты что скрываешь? Ничего. Все хорошо, Эбика. А? Я все знаю. Но все хорошо, не волнуйся, мы на твоей стороне. Ты можешь нам сказать. Мне жаль. Это я. Я съела подношение. Но я не знала, что это так серьезно. Мне жаль, пожалуйста, простите меня. Так и мы тоже ели. В чем прикол? Никто не заметит, если я съем одну, да? Так ты, выходит, не ела? Нет, я не должна это делать. Лучше не буду его трогать. Тогда прости, что я тебя обвиняла. Все, беру свои слова назад. Значит, это была Эбика. Она же после нас сюда пошла. Понятно. Так, я его съела. Но я не знала, что может что-то случиться. Это моя вина. Все в опасности из-за меня. Шимока и все остальные в опасности из-за меня. Мне жаль. Это все моя вина. Пожалуйста, простите меня. Эбика. Но я не хочу умирать. Я не хочу, чтобы меня убили. Эбика, я никому не скажу. Я не хочу, чтобы тебя убили. Я не сержусь. Все хорошо, не вини себя, ладно? Шимока.
Акеми тоже будет держать это в секрете, да? Разве я не говорила? Мы не враги. Не волнуйся, она не должна быть жертвой. А? Это моя единственная причина, по которой я здесь. Спаси нас, можно ли нас спасти? Да, и деревня станет нормальной сегодня вечером. Что ты имеешь в виду? Сегодня вечером я умру. Черт, я так и знала, что ее придется принести в жертву. А? Акеми, ты... Ты решила принести себя в жертву, чтобы спасти мою жизнь? Ты не можешь это сделать? Я решила это с самого начала. Я не хочу. Я не хочу, чтобы ты умерла. Мы пережили опасности и стали друзьями. Не волнуйся, хоть я и умру, мы скоро встретимся. Почему ты готова собой пожертвовать? Жители этой деревни много для меня значат. Я хорошо проводила время, когда жила здесь. Но эта девушка все разрушила. Эта девушка, ты про ту, что с белыми волосами? Да, она была горничной в моей семье. Я дала ей часть моей силы, но она использовала ее, чтобы взять контроль над деревней. Она убедила жителей в этом, что я злая, а в том, и они выгнали меня из деревни. Затем она сделала так, чтобы все меня забыли. Меня никто не помнит в этой деревне. Но я все равно люблю ее. Я жертвую собой ради нее. Акеми, нет, пожалуйста. Меня должны наказать. Я не хочу, чтобы ты умерла из-за меня. Я должна это сделать. Спасибо, что вы относились ко мне как к другу. Вы двое мои лучшие друзья. Мы были хорошими друзьями и раньше, но вы этого не помните. Проходи. Что-нибудь уже известно о виновнике? Пока нет, это довольно сложно. У меня есть хорошая идея. Пожалуйста. Вы знаете девочку Акеми, которую мы спасли? Думаю, нет. Девочка с красными волосами, которая была рядом с Шимока. А, да, я знаю ее. Я провел небольшое расследование и выяснил, что она не жила в нашей деревне. Правда? Тогда почему мы ее не используем? Если мы выберем жертву из жителей деревни, родственники жертвы узнают, что мы убили человека и расскажут другим. Ну, а Акеми нет родственников в деревне. Звучит неплохо, но нам нужна причина, чтобы принести ее в жертву. Мы ищем того, кто ел подношение, да? Мы найдем столько свидетелей, сколько захотим. К тому же я уверен, что многие жители хотят вернуть спокойную жизнь в деревне. Думаете, им не все равно, кто виновник? Ты прав. Фига себе ты. Вы все слышали? Идем. Хотя, в принципе, Акеми и так собирается себя в жертву принести. Акеми, ты плачешь? Я просто не могу сдержать слезы. Не могли бы вы подойти ко мне ближе? Конечно. Я должна идти. Что происходит? А? Нафига ты вообще этой горничной дала часть своей силы? Зачем? Что? Я знаю, кто во всем виноват. А? Акеми, это ты? А? Жители говорят, что они видели, как ты ешь подношение. Это невозможно! Акеми ничего не сделала. Мы подтвердили это, поэтому Акеми будет жертвой для Оу. Нет, пожалуйста, не делайте это. Пожалуйста, нет, Акеми не делала это. Тихо. Делай, что хочешь, мне нечего сказать. Акеми, не беспокойтесь обо мне. Я знала, что это произойдет, поэтому я сюда и приехала. Акеми, я никуда не уйду. Делай, что хочешь. Арестуйте ее. Акеми... Мы правда должны покинуть эту деревню. А отец? Офигеть, отец, блин. Да, у нас нет выбора. Это решение деревни. Но тогда эту деревню обманет та женщина. Если мы уедем, она будет делать, что хочет. Построим здесь дом. Здесь может остаться часть нашей силы. Эта сила называется Оу. И все обязаны приносить подношения каждый день. В обмен на это деревня будет под защитой. Это все, что мы можем сделать. Однако, если правило будет нарушено, деревня больше не будет под защитой, и все жители станут рабами. Папа, правило нарушено. Я должна идти.
Сейчас эта девушка станет жертвой, чтобы уменьшить ярость Оу. Почувствуй гнев Оу. Сейчас. Какая-то слишком жестокая казнь. Могли бы и голову отрубить, или там, я не знаю, в сердце ее пырнуть. Пожалуйста, прекратите. Это решение главы. Просто откажись от нее. Акеми ничего не сделала, ничего. Думаешь, что говоришь? Акеми, нет. Я не хочу, чтобы ты умерла. Папа, мама, она еще дышит. Добейте ее. Мучительная смерть. Одиноко. Мне всегда было одиноко. Я так понимаю, тут только одна концовка? Хорошие новости. Монстры исчезли. Похоже, теперь мы можем выйти из деревни. Мы спасены, мы выжили. Акеми, прости. Для нас ты... И это все? В смысле? Серьезно, что ли? Как-то странно все. И тут всего одна концовка, что ли? Больше не будет? Эх, печаль, беда. Ладно, если это у нас концовка, то тогда... Видео заканчивается, соответственно. Ну, я кэп. В общем, всем спасибо за внимание. С вами была Анестезия. Как-то странная игра закончилась немного. Ну, всем пока. Все-таки была Акеми-тян.